Вот я и поспал. Всем привет, с вами Кристалл. Мы продолжаем играть в Майнкрафт. И в прошлой серии мы остановились о том, что мы чуть-чуть сделали такой более-менее склад, набрали ресурсов, сделали такой типичный вид и нашли даже чуть-чуть шерсти. Даже на какое-то время нашли себе компаньона. Бесполезного, правда, потому что он дал всего лишь одну шерсть. Надо было как-нибудь накормить, наверное. В общем, что за компаньон у нас был? Это надо было с овечкой, если вы еще не смотрели предыдущую серию, я вам сказал спойлер. Так. Дерево, значит, у нас еще есть. Медь я заберу. Так, вот это я заберу. Надо бы посмотреть, что из этого делается. Но, скорее всего, делается из этого то же самое, что и должно делаться, а именно кирки всякие и тому подобные вещи. Так что сделаем из этого палочки, пожалуй. И вообще, уже пора, наверное, приступать к постройке какого-нибудь дома. Я думаю, здравая мысль. Так, давай сюда прометениум. О, как, смотрите, как кирка выглядит. Он реально же крутой такой ресурс. Посмотрите, это вообще такой... просто не. Блин, я очень хочу с такими инструментами походить. Ну, если подумать, у меня есть медная кирка, она чуть-чуть от этой отличается. Поэтому делать такое бесполезно, я думаю. А, вот сделать топор и собрать побольше дерева для будущего дома, думаю... Господи. Ты... ты не обалдел, слушай? О-о... Что? Что ты делаешь? Он пролез сквозь вот эту дырку башкой, вы представьте себе. Привет, Мишка, как дела? Слушайте, я не могу, но только посмотри. Господи, медведь в окне, в двери. В двери окне, не знаю, как это назвать, но медведь в окне. Боже мой, я думал, никогда такого не увижу. Что мне с ним делать? Слушай, иди отсюда, у меня нет ничего кушать. Чего бы ему дать, он наверняка ни капли не слабый. И вообще, злой он или добрый, без понятия. Ладно, к черту этого медведя. Упоротого медведя какого-то вообще. Так, ладно. Оу. А вот и наш компаньон, кстати. Не дурацкий компаньон. Худший компаньон из всех, что был у меня всю жизнь в Майнкрафте. Так. Чем бы нам пока заняться? Надо бы собрать дерево заодно. И песка нары где-то. Песка пока особо не видно. Песок нам нужен для того, чтобы окошки хотя бы сделать. Чтоб такой прямо, ну, тут такой вот вид, вид вообще такой классный. И определенно он тут нужен. О, дельфинчики или это акулы. Привет, дельфины. Ой, черт, опять ты! Ай, черт, съешьте его! Дельфины, я вам приказываю. Я вам приказываю. Съешьте вот этих вот маленьких гаденышей, скатов. А да как он меня отравляет-то? Ё-моё. Больше не буду придумывать никаких странных вещей, чтобы... заставить дельфинов убивать. Хотя я не умею говорить на дельфинам, так что понятно, почему на меня. Меня дельфины не слушаются. Так, уйди, пожалуйста, отсюда. Ну, давайте тогда соберем дерево побольше. Так. Все, отлично. Сейчас мы его соберем. Дерево... Кстати, этот топорик довольно неплохой. Близок к железному, но чуть-чуть хуже. Чуть хуже. Так, давай, собираемся. Ну, давай, давай. Не знаю даже, сколько дерева придется нам собрать. Это прилично его собрать надо будет. Ну, благо у нас джунгли рядом, и в этих джунглях мы все это можем, в принципе, быстро собрать. Единственное, что, мне кажется, цвет досок будет немножко неприятный. Потому что он какой-то такой будет светловатый такой, какой-то ближе к оранжевому, по-моему, получается. Ну-ка, да, вот такой вот оранжеватый, мне его особо не нравится. Так себе выглядит, если честно. Больше всего мне нравилось всегда дерево, которое именно в зимнем биоме растет. Оно такое прям какое-то приятное. Оу, дождик пошел. Вау, вау, вот это дождик. Давно ему так не радовался. И шумный, правда. Всегда именно раздражал в Майнкрафте дождик тем, что шумный. Но тут он так выглядит хорошо, что ж я ничего против не имею. Пусть льет себе на здоровье. Здоровье ему. Так. Сколько это... Как это томительно, дерево рубить? Вообще. Так, ладно. Какой странный звук у дождика, когда я именно вот так вот стою. Вроде не должен звук заглушаться, а он заглушается.
Может, это не так заметно, но я это определенно слышу. Прям какой-то звук вообще странный. О. Так, сколько мы собрали дерева уже? 48. Черт, целый стек, если все это собрать, это целый стек выходит. Почти, наверное. Да, почти. Можно, конечно, вот так еще сделать. Вот так вот спускаться потихоньку. Да, думаю, вот когда мы все это срубим, вот так вот спустимся, будет вполне нормально так. И сюда, сюда, сюда. Лишь бы, конечно, не оставить все это на дереве на самом, а то он, видно, они зацепляются как-то. Медведь на дереве? Только не надо мне такого. Я вот слышал только что медведя, и поди он на дереве. Пожалуйста, не надо мне его. Это просто... Я боюсь не то, что медведя, а как это будет выглядеть смешно. Это будет просто ужасно выглядеть, по-моему. Так. А, так это панда. Привет. Привет, слушай, а можно тебя как-то... Ты чего от меня убегаешь? Давайте ее покормим. Нет, я не... Она прыгает на жопе! Что? Что? Хочешь яблоко? Хочешь яблоко? Что он вообще ест? Что едят панды? Едят панды вот это. Саженец хочешь? Хочешь саженец? Давай с тобой дружить. Иди сюда. Где ты? Где ты? Панда! Панда! Че? А, вот, ты, наверное, бамбук ешь, но... Хватит прыгать на жопе, господи! Что с тобой? Какая-то больная панда, знаете, я пойду-ка от нее подальше. Это как-то выглядит странно очень. О, а вот это вот надо собрать. Определенно. Печеньки. Чего? А, я уж испугался, что это такое. Коричневые на листочке. Выпало из какого-то странного дерева. Если честно, это очень странно. О, овечка! Привет! Слушай, у меня есть ножницы, по-моему. Вы это слышите? Слушайте, с этим миром что-то, по-моему, не так. Я точно слышу, что... А, это попугай какой-то. Блин, я ж чуть не испугался. Даже нет, я испугался тому, что я услышал. Ну, чё за овечка? Ну, что с этой овечкой, думаю? Не то. И... А, стоп, можно, наверное, из меди сделать ножницы. Да, овечка, стой. У нас с тобой... У меня есть одно дело к тебе, очень важное. Очень. Вот, отлично! Коровы! Уничтожаем коров! Это дельфин или акула? Лучше, наверное, не прыгать просто так туда. Ох, фух, это дельфин. Черт, опять эта шняга! Коцает! Отравляет меня! О, кстати, это, по-моему, то место, нет? Нет, это не то место, похоже. Так, коровка, умри, пожалуйста. Мне очень нужно твое мяско, прости. Я как-нибудь поставлю тебе могилку, обещаю. Так. Ну, пойдем домой тогда. Мы набрали шерсти. У нас еще одна шерстка есть. Овечку, к сожалению, домой мы никак не заведем. Вау, там розовая руда. Можно сделать гламурную кирку, да? Надо будет определенно такую сделать. Я буду ходить такой, смотрите, у меня есть розовая кирка. Правда, потом меня скажут, фу-фу, наверное. Хотя, кто узнает. Дело вкуса, наверное. А монстров вкуса очень много, я в этом уверен. Так, я не взял... О, снег, тут снег идет. Вот вообще было бы здорово, если снег вышел вот так вокруг, и я просто... Отчасти бы заплакал. Так, это все сюда. Сюда. Что у меня, пережечь нечего? Давайте кобрестон поставим, пусть жарится у нас пока. Так, шерстка у нас должна быть. Да, шерстка, отлично. А, это у нас light gray. Воу. Так, тогда делаем кровать. Не будем делать их пока цветными. До этого мы еще дойдем, когда будет у нас нормальный дом, к которому мы еще приступим. Но пока надо подумать точно над его дислокацией, так скажем. И я без понятия, если честно, где его... О, да тут алюминиум был. Ё-моё, я даже про него забыл. Так, поставим тогда это. Зайнур? Или Займор? Или Зиппиор? Как-то непонятно, если честно. Там написано очень как-то невнятно. Из-за того, что именно синее на черном фоне, я не могу разобрать. Кстати, да, я покушать себе ведь набил коровки. Не, ну только посмотрите, как это классно. Да просто здорово. Так посмотрите, ну это просто, ну нельзя не полюбить этот мир. А, он просто божественен. Так. Куда бы это все? Запихать так быстро приготовилось? Странно.
Так, здесь ничего. Ничего. Куда бы тогда, наверное, я здесь пробью пока дырку. Да, здесь будет дырка. И здесь делаем зону для кровати. Кстати, тут... Нет, нет, не буду я все-таки. Скорпион. Скорпион внизу ползает, опасно. Или не скорпион, так на кого это похоже. Так. Здесь, наверное, я не знаю, ставить окна, не ставить. Наверное, без окон поживем пока свечки. Свечку поставим, да и все. Все-таки это у нас не жилая зона, как бы это и не планировалось, что это будет жилая зона. Но пока что перекантоваться нам будет, думаю, вполне хорошо. Хотя выглядит довольно-таки все равно приятно. Так, пол каменный у нас будет. Хотя для жилой зоны можно сделать вот такое вот. И сюда каменный блок. Вот так. И сейчас сделаем дверьку. Еще надо вот там дверьку убрать нам. Еще, наверное, даже две... Нет, стоп, зачем мне две дверьки? Так, это сюда. Так, как я вот так вот поставить? Да, вот, вот так вот здорово. Выглядит. Сразу так заходишь, если что, так сразу спать. Так, вот это мы убираем, ставим сюда. Что? А, я дверь по-другому поставил. Думал, что он сейчас ее просто оторвет. Ну ладно. Сейчас кровать поставим. О, да прям как она вписывается сюда. Надеюсь, только лечить смогу нормально. И надо освещение поставить. У меня факелы кончились, черт. Так, и сюда. Делаем сейчас все это дело. Вот. Немножко факелов, думаю, хорошо будет. И вот, вот так вот освещение поставим. Вот так вот, думаю, здорово. Посмотрите, как выглядит. Это реально какое-то убежище получилось у нас. Так, и вообще это надо как-то украсить. Пусть вот здесь будет тогда деревянные стены какие-нибудь или каменные лучше. Не знаю. Надо что-то над этим подумать. Так, вообще это не стоило убирать. Вот здесь вот. Пусть это будет натурально. Так, давайте-то посмотрим, как это будет выглядеть. Стоит ли так делать? Так, вот здесь так. И вот здесь вот убираем. Кажется, должно, в принципе, неплохо выглядеть. Так, вот здесь вот немножко. Ну, я думаю, все будет хорошо выглядеть. Надеюсь на это. Только мне смущает немножко потолок, как будет выглядеть, если я не буду убирать землю. Но если я буду выходить на улицу, это тоже будет выглядеть как-то дико. Что не есть хорошо, конечно. Так, а это сюда тем более не надо. Так, сюда блок не поставить, к сожалению. Вот это надо убрать. Все во имя дизайна. Ну все здорово, вот только вот это вот осталось убрать. Ладно, пускай переживем мы. Такую вещь зато будет здесь красиво выглядеть. И вот здесь надо поставить блок. Вообще потом все надо будет переработать, это дело. Пожалуй. Ну довольно таки симпатично у нас шахта получилась. Ой, это что, зомби, блин, ё-моё. Я испугался зомби. Господи, первый раз в Майнкрафте я испугался зомби. Из-за того, что я его как-то посмотрел, такие глаза на меня вылезли. Я подумал, что это за монстр такой. И все. Пиши пропало, думал. Чертов зомби, как ты вообще туда пришел? Как? Как ты здесь оказался? Здесь же светло везде. Ну, почти везде. Но все-таки так светло, что трудно здесь появиться, мне кажется. Будь бы я на месте зомби, спавнивающегося в темных местах, я бы здесь не спавнился. Так, и вот сюда. Ну, в принципе, мог отсюда прийти. Но я уж не думаю, что у него такой гениальный интеллект, что он смог до сюда дойти. Так, единственное, что мы, конечно, за сегодня не смогли сделать. Хотя, можно рискнуть и сделать это все-таки. Ладно. Вызов, так сказать, у нас будет принят. Сходить за... Ой, петушок, ты что меня пугаешь так? Иди отсюда. Так, меч, меч, меч. Я вижу какого-то адского всадника, по-моему, опять. Хрен знает, что, но он идет ко мне. Нет, если я сказал, что вызов принят, значит вызов у нас будет принят. Мы дойдем до туда. Плевать на ночь. Я все-таки это сделаю. Так, лишь бы никого не появилось тех страшных бугаев. Так, слушай, что тебе от меня надо? Я тебе сейчас устрою ведь жизнь хорошую. Так, иди сюда. Почему я не могу ему стукнуть? Иди сюда, я сказал. На, умри. Умри. И ты. Ау, ничего себе, она еще и злиться умеет. Так ты вообще родом? Что тебе тут надо? Иди отсюда. Иди отсюда.
Быстро. Кш, кш, кш. Что за хрень? Откуда? Вау. Неожиданно было. Так, ты иди отсюда. Как и все вы. Надо покушать, вообще было бы хорошо. Так, чем я сейчас и займусь? Кто-то меня бьет или от... Да, я от голода умираю. Все, покушаем сейчас. Это овечка, я опять испугался знакомых мне монстров. Так, курочка, яблочко, надо все это поесть. Думаю, должно хватить, чтобы быть более-менее здоровым. Но здесь хоть регенерация начнется. А, черт. Еще и дождик идет здесь. Почему здесь? А, нет, это на воде идет дождик. Здесь все нормально. А то я думаю, что вроде как земля такая сухая, а идет дождик. Как-то это неправильно. Теперь все стало на свои места. Это акула? Это акула, 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 акула. Не-не-не-не, иди отсюда. А, ой, черт, скорпионы еще. Блин. Ну ничего, сейчас мы все это соберем, я уверен. Акула сюда вроде. Да что тебе надо, я тебе сейчас ведь... Иди отсюда. Пристал. Вообще, это ведь акула? Или это дельфин какой-то? Мутант, огромный дельфин-мутант. Все, оу. Так, и уходим. А, так, где там песочек? Здесь. Сейчас мы всю лопату-то потратим. А вообще, это, надеюсь, не пиранья там внизу сидит. Ай, к черту, сейчас все это собираем. И уходим. Думаю, мне этого вполне хватит на то, чтобы обставить все стеклом. И побежали! Я думал, что это выйдет поэпичнее. Даже никакой монстр на меня нападать не стал. Ну и ладно. Так. Теперь надо как-то обойти монстров, так, чтобы меня не съели по пути. Крипер! Фух, не задел. Так, и идем тогда. Наш вход. Здорово, что я его сделал. Очень так удобно получилось. А у меня остались ступеньки? Нет, у меня ступенек не осталось. Надо их сюда будет поставить определенно. Дома у меня никого. Никаких гостей ко мне не заведовалось. Нет. Так, тогда пойдем поставим... пережарим, вернее, песок. Так, мяско. Я сейчас съем. Так, где песок? Вот так вот. Отлично. Так, покушаем. Сейчас поставим стеклышки и заканчиваем на этом серию, пожалуй. Так. Сколько нам получается надо лестниц? Ой, лестниц. Какие еще лестницы? Раз, два, три, четыре, пять. Пять блоков стекла всего надо будет. Нет, ко мне домой нельзя. Иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда, говорю. Ты что такой упертый-то? Все, сказали иди отсюда, значит иди отсюда. Че, еще один? Ну иди сюда. Приму тебя. Ай, заходи, заходи. Я тебя пущу к себе домой. Ты у меня чуть-чуть здесь посмотришь. Вот смотри, какая у меня здесь красивая зона. Все, пока, спасибо. Так, сколько там? Все, 5. Отлично. Пойдем поставим и пойдем спать. И заканчивать серию. Хотя я уже, наверное, спать не лягу. Не успею. Ну ладно, если вам понравился летсплей, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно, комментируйте, так что пойдите в группу ВКонтакте. Ну и все, удачи. А я спать.